9 ноября в сквере имени 8 марта будет открыт первый в Волгограде памятник жертвам Холокоста. Открытие приурочено к 83-й годовщине так называемой «Хрустальной ночи», когда по городам Германии, Австрии и Чехословацкой Судетской области прошла волна еврейских погромов. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года были убиты 90 евреев. Еще 30 тысяч после этого трагического события отправили в концлагеря, что и стало впоследствии прологом к Холокосту. Сквер 8 марта для открытия памятного монумента выбран не случайно. Именно здесь в 1942-43 годах были захоронены свыше 500 местных жителей, в основном евреев, расстрелянных фашистами. Никого из казненных гитлеровцами опознать не удалось. Большинство тел зверски изувечено, а из-за ожесточенных боев, постоянных бомбежек, голода, карательных операций в городе не осталось никого, кто бы мог помочь идентифицировать тела погибших. Памятный знак, который установят 9 ноября, представляет кольцо из красного гранита диаметром около 5 метров. В центре расположена бронзовая звезда Давида. На монументе подпись «Жителям Сталинграда и области. Жертвам Холокоста». Здесь в 1942-43 годах нацисты проводили массовые казни евреев, мирных граждан, жителей города Сталинграда. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие глава Волгоградской области Андрей Бочаров, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, а также послы Израиля и Германии.